Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы традиционно раз в год приехали в Томаровку. У нас, наверное, уже зима, да, везде уже зима, но у нас еще пока осень, мокро. И я решил зарубиться вот с этими замечательными УАЗами. Прадо среди них, ленд-крузеры разные. В общем, сейчас вы все увидите. Поеду я, как всегда, на своем любимом 70-м ленд-крузере. Посмотрим, что получится. Походу сегодня пупку, а он же пистон, придет конец. Вот он впереди едет. Давай еще встречу. Говори, можно все поехали. У него блов сегодня хлюпать будет. А. Не бойся, ты быстро утонешь и поедешь домой. Не, я не хочу тонуть. Хочу. Мне кажется, мне тут вообще соперников особо нет. Только вот этот вот. У него колеса большие и болтиков много. Поехали туда. Рауди? Да, на Ауди. Что у нас можешь себе показать? Ну, максимум. Все новые, фристайл? Фристайл, конечно. Вот за моей спиной начинается маршрут. Вот трапики сразу бежат. Проедет? Вода на. Проверим. Хотел объехать и все равно засел. Да, насколько я помню, здесь прям вообще такие лютые места. Что здесь, что здесь. Эту лужу раньше мы проезжали спокойно своим ходом, но ее раскатали так, что уже здесь все машины теперь тонут и только на лебеде выезжают. Это жесткость 5 из 10. Ну, 5 из 10. Но все равно уже лебедиться приходится, значит уже жестковато. Поехали дальше. Была моя машина. Это моя бывшая машина, вот они ее купили, сейчас ее теперь будут мучить. Я куплю гелик и буду ездить по таким лужам. А гелик я куплю не скоро. Я приехал долбить на все бабки. Это не контент, блин, что я заехал в лужу, застрял, вот так вот сижу в воде, лягушки квакают. Ну это неинтересно. Не, будет интересно. О, мурлыка. Тихо, отходим. А ты хочешь, чтобы я на 32-х колесах сюда поехал? Леха на 35-х вон метра не проехал. Был видос, я не знаю, я уже не помню, ты здесь на прадике проезжал? Проезжал, но еще не было так раскатано и так глубоко. В молодости прадика. Да я вот смотрю, я думаю, может вот там проехать, через лес. Да, вот сюда, где Леха. Курский УАЗ! Пошел туда. Надо, по-моему, просто найти маршрут. И я тут проеду. Я тут проеду. Я пошел искать маршрут. Маршрутку ищи до дома. В Томаровке всегда есть настроение хорошее. Есть где покататься. Всегда есть болотинка какая-то, лужа. Обычно у тебя плохое настроение. Ну, иногда как-то скучновато бывает. Обычно, точнее. Протирайте объективы-то. Давай. Свет выставляй. Давай, вату достал, уже протираю. Паша едет, я сейчас даже губы накрашу. Если он проедет, я его поцелую. Помада, правда, гигиеничная.
Просто ужасно! Я не представляю, какой ужас. Самый подготовленный у вас сегодня трофей. ТР1, да, как-никак. Посмотрим, сравним. 33-я экстрим резина, блокировки, лебедки. Блокировки какой шаг, Зуба? Обычный. Заедь уже сюда! Он хочет выехать из клеи и в разрез поехать, но не получается. Снимать, ну, Паш, пересядь на пассажирское, он выровняется. Ну, толкай. Ну, что ты сказал? Ну, блин, я, короче, вообще не приспособился. Да тут мужики еще даже в туфлях бегают. Это я в кроссовках, это еще норм. Это микроб не хочет ехать. Зато турбинка свистит. Огонь вообще. Топчи, 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 давай. Не останавливайся. А он поборолся и... У него просто нереально. И сделал. Вот это да, вот так, вот так, вот так. А все хотят на шашлыки попасть, да? Да. Искренний человек радуется грязь. Как взгляд на оффроуде. Наконец-то грязь, наконец-то лужи. Вот, после первой лужи сразу. Класс. Чуть-чуть помозговал и проехал. Но у меня был день рождения, я его, конечно, в соцсетях постарался скрыть, но я показал все равно некоторые подарки, которые мне сделали мои друзья, они были с таким интересным посылом, но один я не показал. Вот этот вот конструктор Мозабрик. Подарок классный, а в преддверии новогодних праздников такая идея, я думаю, что вам тоже она пригодится. Ну, во-первых, конструктор бесконечный. Из маленьких деталей 5 градаций цвета можно собрать любое фото в стиле пиксель-арт. А если вам оно надоест, вы можете его разобрать и собрать себе новое. Во-вторых, конструктор универсален и сразу готов к сборке любой фотографии. В комплекте идут детали, основа, скрепляющие элементы, скотч и подставка. Не нужно ничего дополнительно делать, достаточно просто приобрести этот набор или получить подарок, как и я. А решить, какое фото собирать, можно в любой момент. Просто загружаете фотографию на сайт, получаете несколько вариантов для сборки, выбираете и приступаете к сборке. Элементарно. Чтобы понимать, куда какой цвет крепить, достаточно просто посмотреть на схему, и там каждый цвет обозначен своим значком. Вы выбираете эти значки по схеме и собираете. В-третьих, есть несколько вариантов размеров. У меня, например, S. И я могу докупить еще несколько наборов, чтобы их объединить вместе и сделать картину гораздо больше. Захочется мне картину еще больше, я возьму еще 3 S-ки, объединю их и получу картину размером 102 на 102 сантиметра. Ну и последнее по порядку, но не последнее по важности. Такая картина в любом интерьере будет смотреться просто мега круто и не разочарует ни вас, ни ваших друзей и близких. А по моему промокоду Антон вы получите скидку 20% на все наборы. Переходите по ссылке в описании, заказывайте фотоконструктор Мозабрик, порадуйте себя и своих родных.
дать доску и поднять его. Дочка боится. Сейчас вытаскиваем, смотри, что лайт, как разорвем, Томаровский лайт в хлам. А что не там, что 31-е колеса надо спускать. Тут Сильвер 35-й не едет спущенный. Процессом руководить. Да, ну, иногда. Сейчас просто нет тазика своего, приходится руководить. А так, конечно, все время руководить. Сразу ему проехать. Посмотрим сейчас. А все. Да он там сейчас поедет. Рекламу запишем, как бы. Блин, да я ж не такой, чтобы там что-то писать. А это текст написал. Да я в школе плохо учился. Блин, вообще видос было бы интересно. Да не, ну зачем я буду топить прадика, если есть на это. Ля-ля-ля. Стой, стой! Открой двери!
Он, да, колесом он ударился. Да. Не смеши. Леха уже второй раз, да, каждый сезон. Леха любит на боку полежать. Я вообще не знаю, как у него это получилось. Давай, помогай. Давай. Его вытаскивать надо. Что там, травмы есть, нет? Нет. Лёх, ты нормально? Да я-то вообще нормально. Не заводи машину. Да и она ничего не будет. Ничего не будет. Вот по чуть-чуть попробуй, она заведется. Давай, вытащим потом. Она недолго стояла. Ничего не будет. Да я ее сразу. Я заводил, я переворачивал. Леха у нас экстремал вообще. Ты видишь, как он начал ехать? Он машину вообще не щадит. Леха, повреждений по боку нет. Жестко, да? Сильно жестко. Я видела, что он разгоняется просто и прям бам. Он прыгнул и прям на дерево полметра где-то колесом залетел и его кинуло. Вон от твоего колеса, Лех. Фендер был сломан этот правый? Надломан был. Самое дорогое это вот этот дефлектор и вот этот. Ну, найдем. Найдем, но это самая дорогая деталь. Да, даже стекло не дорого. Сейчас стекло заклеим чем-нибудь полиэтиленом и поедем дальше. Если грязь мотор запустится. Под глазом. Ты когда, видимо, переворачивался, на третьем витке уже грязь попала. Да здесь залетела грязь, да, в салоне. Ты как космонавт уже. Он не расстроен, ничего не падает. Да ну нет, конечно. Мы же специально этим и занимаемся. Всякое бывает. Просто когда переворачивался, думал, лучше бы я на Субаре переворачивался, да? Да нет, на Субару не хочу. На Субару дороже переворачиваться. Тянется этим, ой, покраской. Термос, ой, жалко, и рюкзак, ой, мой жалко. Ой, а что здесь в багажнике творится, блин? Что там, ой, жопа Лёха, какая? Лёха. Миша, уже вот смотри, получается, мой прадик убили, да, на съемках. Лёхин прадик на съемках. До чего доводим? Все для контента, все для зрителя. Пацаны, поехали. Обошлось, а? Как в прошлый раз. Что, ставки проедет или нет? Да, по соточке. По соточке ставят. Я тоже думаю, что не проедет. Все, можете. Все. Давайте деньги. На карту, на карту. Сидели еще. Леха тоже на карту. Смотри, как на трассу хорошо едет. Чероки на трассу вообще классно едет. Езды на трассу. Еще ни одного едущего черка. Ну как не едущий, Антон? Ну кто тут еще заедет? Ну покажи мне, кто тут заедет. Леха. 32 колеса. Леха не заедет. Смотри, какой он злой. Давай, мы тебя бодрим, чтобы ты еще сильнее ехал. Да без вопросов. Поехали дальше. Подожди, ну, он должен быть таким, чтобы надписи не было видно, а у вас все видно. Паша натягивает на себя машину, сейчас будет проезжать. Это машина для объезда. Ну вот. Ну это капец, какое сложное препятствие. Блин, ну тут знаешь, мне кажется, больше на удачу.
Нет. 10% я бы оценил свои шансы. На меня, давай. Это Чарлик, его можно руками подержать. Подтолкни, попробуй. Толкай за зеркало. В описании ты сказал 5 из 10 маршрут, как-то не 5 из 10, чуть-чуть больше. Илюха, давай вот сюда вот подтянем. Мы еще до маршрута не доехали. Мы еще до маршрута. Главное, чтобы никто больше не переворачивался. Давай, я по водоле. Легкий. Бля, ты дыхание, сапоги полные воды. Слышал, как байпасы работают. Сам! Байпасы пшикают, прикольно. Сам выехал. Чуть-чуть зацепил. Паша, да я тебе показываю. Могилок! Это твой ремень или что? Вон, да, рекламу сделал. Да. Ласточка, не садись на ворота, крылья черные свои поломаешь. На моих воротах острые колья, сама знаю. Не дразни меня, и так больно. Ну здесь сейчас воды много, я не знаю, если кто-то хочет топиться, давай. Я снял, чтобы не отлетели, что я первый. Я боюсь, что-то пешком не пройдет. Вон, Газолис, да? Лисички собирает. А что делать-то? Ты курить будешь? Да, прущие томоровские грибы. Его открыл, он разбит.
после такого как бы лежания на боку и дальше едет, как будто ни в чем не бывало, заклеенный скотч на заднее стекло и все. Бывает с конверсией, видишь? Мог вылазить в консервацию конверсии. Наглядный пример. Человек все, попал на замену масла в коробке, в моторе, в мостах. Он сразу хлыстами поехал. Ну, его поставил как-то не так. Да, инициация была такая. Капон вообще не ной, спокойно везде едет. У Лехи машина совершенно другого класса. У него машина направлена вот на покорение болот, водных преград. Эта же машина больше нацелена на преодоление гор, песок, камни. Там и резина такая, но это не для болот машина. А что ты Эволюшн не берешь? Какого Эволюшн? Я его сам сюда брать не буду и вам не разрешу. Разбить его здесь, убить. УАЗик поехал с блокировкой. Для чего сюда приехал? Приехал. Показывай сюда класс. Да. Показывай. Сколько это не мое препятствие. Его бы перевернули быстро, а тебя вытащим быстро. Откачаем быстро. Тебя откачают, говорят. Меня откачают. Спасибо, не надо. Это не ты на СТС снимался? 10 лет назад? Да. Я, да. Выгнали. Полежайки, да? Как с Мишей начал общаться, так и выгнали. Что такое?
мотора не хватает с Subaru. Subaru как-то бывает, а полегче нет. Субарях как ездят. Классно вообще, не было. Да. Под мостом? Да, пистон. Все. Ехали, что-то и заглохли, не можем найти проблему. Короче, да, это мы уже выставили его так, в ремонтное положение. Да, датчики уже поснимали. Короче, заводится, там 5 секунд работает и глох. На буст выходит, все, то есть есть, да нет вроде. Это же не джедай, правильно? Прям до отсечки раскручивается, и потом в один момент, оп, тахометр на ноль падает, и все, он глох. Я, кстати, заметил, сегодня что-то японцам не везет. Первый японец перевернулся, второй японец умер. Паш, это маска. Паша, ты сильно потолстел, видимо. Это маска. Паш, масочный режим. Супруга попросила, что он привезти с покатушек. Я вот решил ее привезти. Тимя.
А что номера Антонова? Или это не его? Бой, УАЗик сидит, а кто сюда поехал? Лехотом хотел, решает, да? Да, неплохо. Если бы оно было повыше, как небо, то ни сравнения не было бы. Да, можно сделать и повыше. Да, ну тогда будет как-то подвеска, мне кажется, уже не так работать правильно. Вы вообще чем занимаетесь? Конструируете или еще там работа какая-то есть? Давно ремонт. А, то есть у вас автосервис какой-то, да? Ну не то, что это громко сказано, автосервис, так? Гость, когда пригласите? Да хоть сегодня. Мы сегодня не успеем. Я хочу к вам заехать, один проект вам показать. Сможете, не сможете сделать? Ну, да, конечно, интересно будет посмотреть, подумать. Ну а эта машина, у нее какое будущее? Ну, может, VRX поставить сюда, я не знаю. Может быть, лучше сюда сделать. И какие там блокировки LCD бывают вроде? Все кувыркались ожидаемо хорошо. Хорошо, что у меня машина праворукая. Мне не пришлось пересесть на пассажирское сиденье. Пристегиваться надо в машине, Лешенька. Ты вот смеялся, когда... Я часто пристегиваю. Когда я в Валюше не пристегивался, ты с меня смеялся. А вот смеяться не надо. Нужно быть готовым к любой ситуации. Конечно. Я был готов. Кто знал, что на середину дерева заедешь? Да это просто колеса большие и деревья высокие. Это просто ты газанул бездумно. Нет, я немножко скажу, как получилось. Я целился мимо дерева, проходил, но задняя ось, видимо, в клею как-то попала, и морду резко поставила, а я ехал, да, на второй пониженный, газ в пол, ну, нормальная скорость была, и вот так получилось, то, что я наехал на дерево стоящее. Скажу честно, мы охренели. И опять на правый бок завалился. Ну, ничего, это все починим. Сегодня не имел вообще никаких шансов против миника. Миник... практически нигде не застрял. Он один раз чуть-чуть застрял, его руками вытащил. И камеру туда разворачиваю постепенно. УАЗы стоят с закрытыми капотами. Не работает, да. Ну, ты видел, как он напрягался? Он напрягся так, что сломал себя пополам. Понравилось сегодня покатушка? Да сегодня было офигенно. Наконец-то дождались, блин, грязь, нормальную погоду. Я вон прям испачкался классно. В одной луже. Про, как я ехал, у меня вообще, я думаю, Миша мне столько комплиментов сейчас скажет, что у меня просто уши поплывут. Если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит. Пацаны, короче, если машина не подготовлена, нечего делать в Томаровке. Вот вам честно скажу. Так это проехали мы на самом деле только 10% маршрута запланированного. Машин много. Зато какие-то эпичные были препятствия. Если мы бы проезжали сегодня весь маршрут на 100%, мы бы отсюда уехали, наверное, только послезавтра. Ну, здесь есть где поездить, да, и машин много, причем разные машины, поэтому долго стояли на одних местах. И классные буровились. Долго переворачивали. Кто-то окна заклеивал, кто-то что-то чинил. Долго машины ставили на колеса. Кто-то кушал. Как всегда. Все, весело. Продолжение будет. Я просто Пашу закрываю, чтобы его никто не видел. Сейчас он тебя съест. Спина сломана. Крутейшая локация, надо сюда выбираться почаще. Ты видел, какая лисичка, Паш? Тебе нравится на УАЗе?
Все, ладно, дорогие друзья, всем пока.